Ох, какая у нас классная картинка сегодня. Вот, звук тоже должен быть ничего, потому что я нацепил на себя микрофончик. Ну что, в общем, всем добрый день. У нас уже понедельник. Вот, возможно, единственный косяк, то, что камера валялась в машине всю ночь. И, наверное, немножко замерзла еще. Сука, не держится. Ни хера. Ну вот, ну, вот так вот нормально. Короче, sundownaudio.ru, всем привет, всем спасибо, ну, всем, кто участвовал в нашей акции в прошедшую пятницу, 11 ноября, 11.11, он же Всемирный день шопинга. Судя по всему, мы оправдали ваши ожидания насчет скидок и предложений в этот день, потому что заказов было очень-очень много, в разы больше, чем обычно. Туннельчик. Вот, отличный, в общем, собственно говоря, день был. Мы еще будем, наверное, конечно, разбираться еще и сегодня с заказами, потому что там оплаты прошли в основном по безналу. Вот, мы их сегодня все увидим, рассортируем, там пойдут отправки. Вот, что-то мы успели отправить, естественно, и в пятницу, в том числе заказы, которые были оформлены в начале дня, там где-то до обеда, наверное. Вот, но в основном отправки все будут сегодня, поэтому надеемся сегодня с этим всем справиться. В общем-то, и все оперативно получат заказанный по акции товар. Далее, сегодня у нас будет целых два конкурса, которые заканчиваются. Это, значит, ну, тоже связанные с пятницей. Значит, приз за репост там система. Ну и второй приз для клиентов, у которых заказ был в тот день свыше 10 тысяч. Это генератор. Ну, вот такой вот у нас, значит, супер эксклюзивный такой конкурс. По-моему, никто еще по генераторам, ну, по крайней мере, по генераторам такой стоимости конкурсов не делал. Вот, надеюсь, в общем, мы первые. Можете, кстати, уже делать нарезки. Я в курсе слов паразитов и все остальное. Я в любом случае, когда я записываю видео, у меня нет ни сценария, ни готового текста, ни, собственно говоря, ни времени на обработку материала, чтобы потом вырезать все эти моменты, так сказать, задумчивости. Полный лайф. Так что, ну, нормально, видос мне понравился. Я ржал так, что аж это самое, сопли летели. Далее у нас, что у нас? У нас все еще идет конкурс по продукции Альфард «Выиграй громкий фронт». Это заканчивается 15 ноября, поэтому кто еще не успел купить продукцию Альфард, чтобы принять в этом участие, у вас осталось, ну, буквально 2 дня. В общем, там тоже достаточно большое количество участников. Ну, понятное дело, Альфард всем надо. В общем, ну, это мы будем смотреть уже, соответственно, в среду, наверное, или когда-то у нас будет время, чтобы распечатать все заказы и сформировать списки для, собственно, выбора победителя. И победителей, да, кстати, там основной приз от Альфард, но будут еще дополнительные призы для всех остальных. Там, ну, по-моему, крайний раз мы вот там человек 10 выбирали, ну, в этот раз, не знаю, может быть, чуть поменьше, потому что 10 это очень долго. Вот, супер новость. Если вы смотрели мой видос по поводу деловых линий, где я, собственно говоря, посетовал на вот такую непонятную ситуацию с потерянным грузом, вы не поверите, компания «Деловые линии» очень-очень оперативно отреагировала на данное видео. В субботу со мной связался, если я правильно расслышал, руководитель отдела логистики по-моему, в Москве и Московской области, ну, как-то так, короче. В общем, человек, который непосредственно, видимо, отвечает за все эти моменты и руководит людьми, которые занимаются отправками и доставками. Вот, в общем, могу сказать, что компания «Деловые линии» очень-очень большие молодцы. Мало кто из
мало кто из российских компаний, насколько я вот, ну, могу судить по опыту, так оперативно и так объективно относится вот к таким ситуациям и к какой бы то ни было критике вообще. Вот. Поэтому тут большой респект деловым линиям. Они признали, что ситуация действительно неприятна и что это действительно, ну, там, кто-то виноват. Ну, вот. Мне сказали, что там действительно выяснят, найдут и так далее. Я сказал, что, в принципе, мне как бы, ну, по сути, не важно, кто виноват. Мне главное решить свою проблему. Вот. Поэтому, собственно, ну, она решилась буквально там в течение получаса после звонка. Мне организовали доставку в тот же день. И, в принципе, в субботу я получил недостающее место по отправке. Так что деловые линии, в общем-то, полностью реабилитированы, как компания в моих глазах. Вот. Ну, собственно, я и говорил, что на том видео, что я не понимаю, как такое могло случиться именно в деловых линиях, потому что у них, ну, по моему, опять же, опыту, всегда было все очень хорошо, гораздо лучше, чем у других транспортных компаний. Ну, в общем, вот так вот. В общем, деловые линии супер, молодцы. Что еще я хотел вам сегодня рассказать? Да, небольшое обращение к владельцам, там, администраторам и организаторам различных ВК-сообществ, групп и так далее. Значит, если я пишу где-то, что вы можете мне написать, там, спросить про призы там, для своих групп, ну, актуальность предложения – это вот здесь и сейчас, в моменте, да, когда, собственно говоря, идет какой-то конкурс. На будущее, конечно, можно, да, обсудить все, взаимодействие, сотрудничество и так далее. Но все-таки имейте в виду, что, ну, сообщество там с количеством пользователей а-ля там, ну, 1000, 2, 3, и это в лучшем случае из того, что мне писало, где, ну, как бы, опять же, живой и реальной активности там человек на 150, но это немножко не тот, скажем так, уровень, который может рассчитывать на какую-то поддержку с точки зрения призов. Ну, если только я не знаю вас каким-то образом лично, там у нас нет каких-то там других взаимоотношений по бизнесу. Вот. И, блядь, я не хочу опять это самое, значит, бомбить, но, сука, если вы пишете что-то, да, что-то просите, и потом начинаются эти вот знаки вопросики, типа, ну что там, когда мне ответят. Ребят, я вас пошлю нахуй. Блядь, имейте на сука терпение, потому что, ну, как бы актуальность, опять же, вот этих ваших вопросов, она, ну, вот такая, да, примерно, ну, в масштабах тех проблем, которые решаю непосредственно там в течение дня там и так далее. Поэтому, ну, когда-нибудь я дойду до вашего вопроса, я на него отвечу, конечно же. Ну вот, если он, ну, заслуживает ответа. Ну, как бы, когда вы пишете, и при этом я вижу, что у вас терпение, ну, там, на уровне подростка, да, то есть, как бы, ну, мне это не надо, да, потому что я сразу понимаю, что, как бы, с этим человеком никогда ничего хорошего не будет, да, пока вот он не вырастет и не поймет, как работает мир, собственно, взрослых людей. Так что вот, вот такой вот момент, это не касается лично кого-то, это просто вот наблюдение там на основе там нескольких человек. Как бы, ну, одно дело, когда там, ну, просто клиенты пишут с нетерпением, да, там можно понять, клиент — это вообще другая штука. Вот, клиент платит деньги, да, и хочет получить товар, и он имеет право на здесь и сейчас, да. И тут задача любого бизнеса, там, в лице кого угодно, собственно, оперативно предоставить информацию, там, товар, услугу, там, все. Так работает бизнес. Ну вот, а взаимодействие уже между различными группами лиц, которые тоже вовлечены в какие-то бизнес-процессы, там, это строится немножко по-другому. Вот, в общем, такой вот кладезь мудрости с утра, ну, не с утра, уже здесь уже полдень, 12, вот, кстати, сегодня пробки чуть меньше, вот, кстати, и я сразу отмечу, я вот сейчас еду по проспекту Андропова, впереди у меня, значит, печально известная Коломенская эстакада, это он же Коломенский мост, который, как я недавно писал, тоже ВКонтакте, ремонтирует уже, по-моему,
третий или четвертый год. И что характерно, буквально тоже через пару дней после этого поста ремонт все же был окончен. Ну вот, я вот сейчас буду проезжать, и судя по тому, что здесь нет пробки, тут опять, ну, полноценно работают все три полосы. Что, собственно говоря, радует крайне. Вот, потому что это было такое совершенно затычное место. Посмотрим, что будет завтра, потому что понедельник, опять же, по моим наблюдениям, день менее интенсивный с точки зрения движения в Москве. По тем или иным причинам, видимо, не все в понедельник чувствуют себя силой ехать на работу там или еще куда-то. По крайней мере, во вторник народу ездит гораздо больше. Ну вот, ну действительно, кстати, вот едем по Коломенскому мосту и три полосы, шикарно. В общем, службы, которые за это отвечают, тоже молодцы, в конце концов. Вот, закончили пилить бюджет, вот, и наконец-то завершили ремонт. Посмотрим, как долго продержится этот ремонт. Вот, что-то мне подсказывает, что весной мы опять здесь увидим бетонные блоки. Ну, по крайней мере, качество дорожного покрытия, я бы не сказал, что, ну, такое прям фреш. Ну, вот, выглядит, что как будто оно немножко уже укаталось. Вот, причем далеко не легковыми автомобилями. Ну, вот, ну да ладно, это как бы привычное дело. Я думаю, все знают, как работают дорожные службы в Российской Федерации. По крайней мере, ну... О, у нас звонок. Ладно, в общем, всем спасибо, я отвечаю на звонок. И, в общем-то, sundownnow.ru, ждите наших конкурсов.